Всем привет, друзья, с вами Шутка. Сегодня мы с вами поиграем в игру Барби Гренни. Но прежде чем мы начнем, ребята, как всегда, проверьте, какого цвета у вас кнопка подписаться. Если кнопка подписаться красного цвета, то нажмите на нее. Кнопка подписаться должна быть серого цвета, иначе вы не сможете смотреть мои новые видео. Также, ребята, в это видео я добавил 3 помидорки. Кто из вас найдет все 3 помидорки, пишите тайм-код в комментариях к этому видео, и, возможно, именно ваш комментарий попадет в конец следующего видео. Ну что ж, ребята, лайки ставим и погнали! Какой хороший сон был! Ой, а где это я? Это что за все розовое такое? Это что, домик Барби? Капец, все розовое абсолютно, на полу Барби нарисованы. О, точно, и картина Барби. Вот это да, я в домике Барби, все такое розовое, красивенькое. Так, что здесь написано? Лица кукла, а внутри принцесса. Ну это точно не про нашу бабку. О, ни первое, ни второе. Ой, все розовое, так некрасиво. Что ты сказал? Я так долго делала этот ремонт, и мне здесь все нравится. Нравится, как здесь все может это нравиться? Тут же везде розовый цвет. Все как в игрушечном домике, бабулька. Ладно, надо выбираться из этого домика. О, закрыто. Странно. Ладно, возьмем эту... Так, сначала откроем шкаф, возьмем эту вазу. Роняем ее, чтобы пришла бабулька. А сами спрячемся в шкафу пока что. Она придет, откроет дверь, и мы сбежим отсюда. Кстати, а вы видели лицо бабульки? Она же сама стала как Барби. Вот сейчас она придет, посмотрите на нее. Вот это лицо! И волосы покрасила, стала блондинкой. Фу, ну зубы, конечно, зубы до сих пор страшные. Интересно, как она это так сделала? Это что, пластическая операция или это косметика просто? Ха, не нравится ему мой ремонт. Ну подожди, я тебя еще найду. А, кто здесь? Ах, вот ты где! Быстрее прячемся под кровать, О нет, она уже здесь! Что говоришь, я некрасивая? Красивая, красивая бабуля, очень красивая. Но на самом деле нет. Ну, хватит меня уже бить. Ладно, сейчас все делаем очень осторожно. Сейчас мы не должны попасться ей на глаза и должны выбраться из этого Барби домика. Да он, наверное, весь из пластмассы сделан. Все такое розовое, ну боже мой, ну бабулька, ну что за вкус? Что? Золотой унитаз? Золотая раковина? Бабуля, ну у тебя совсем со вкусом проблемы, ну это же совсем некрасиво, бабуля. Ладно, хотя лучше ей об этом не говорить, а то она снова разозлится. Ладно, давайте будем искать выход отсюда. Так, дверь как всегда закрыта. Ой, вот и бабулька, так, значит идем сюда. Кстати, давайте тогда проверим, какого цвета здесь медвежонок Тедди, мой как бы дружок. Хотя я уже догадываюсь, что он весь розовый, да. Наверное, он весь розовый. Ну, или красный. Одно из двух точно. Бабулька его, наверное, забрала и покрасила. Хотя, может быть, она не прошла в эту секретную комнату. Так, нужно нажать вот здесь. Дверка открывается и... Эй, дверка! Дверка, откройся! Дверка! Ну, что такое? Что за тяжелые здесь двери? Дом ведь пластмассовый. А двери такие тяжелые. Ребята, вы не знаете, как открыть эту дверь? О, ключ от сейфа. Ладно, ну хотя бы так. Если кто-то знает, как открыть эту дверь, где мой медвежоночек лежит, то напишите в комментариях об этом, потому что я что-то вот не смог открыть ее. Ладно, пойдем в сейф. Не в сейф, а к сейфу. В сейфе я прятаться не буду. Потому что у меня есть ключик от сейфа. И я сейчас проберусь, и мы оттуда что-то тоже возьмем. Хотя, знаете, может быть, в сейфе и есть медвежонок? О, это что, бочки с колой? Ничего себе, зачем есть только колы, бабуля? К
как ты отпиваешься такой колой? Вон она даже тут разлита. Ох, ладно, вот сейф. Так, здесь какой-то ключ. О, ключ от оружия, вау, круто. Сейчас мы возьмем арбалет. И если что, если бабулька к нам подойдет и снова разозлится насчет того нашего мнения по ее ремонту, то я в нее паф-паф, и все, бабулечку отправлю спать. Пусть она пока спит, а мы здесь будем разбираться, ходить по этому розовому дому. Так, а что у нас здесь? Поцелуйчики какие-то, какая-то ваза. Ладно, ничего интересного вроде. Вот он, этот оружейный шкаф. Да, берем арбалет. Арбалет тоже розовый, но здесь все розовое. Мне кажется, в конце того, как я закончу играть, розовый будет мой нелюбимый цвет. Кстати, ребята, а какой у вас любимый цвет? Напишите об этом в комментариях. Вот у меня зеленый, синий, красный и желтый. До этого времени я немножечко так любил розовый, но сейчас уже не люблю розовый. Кстати, а у вас один любимый цвет или несколько, как у меня? Потому что я вот не могу выбрать какой-то один определенный, мне хочется выбрать сразу несколько. О? Что? Я выпал из дома? Я просто выпал из дома, посмотрите! Это дом бабульки снаружи, тут везде написано Барби. Ха-ха! Вот он, дом снаружи! Ой, я опять здесь. Ну, да, ладно. Откройся. Эй, дверь, ну-ка отойди. Помогите, я застрял в стене. Эта дверь меня придавила, я застрял в стене, я не могу выбраться, правда. Да что это такое? То я выпадаю из дома, а то я... Меня придавляют дверью. Бабуля, бабка, открой. Помоги, вытащи меня из этой стены! Я не понимаю, как мне выбраться-то? Я реально застрял в стене, ребята! И ничего здесь нет поблизости, кроме этой двери! Как выбраться? Как мне теперь выбраться? Бабка! Бабка! Ау, бабка! Приди, помоги, бабка! Так, я нашел молоток и смог выбраться из этой стены. Сейчас я вот отвертку возьму. Я знаю, где нам пригодится отвертка. Быстрее, чтобы бабка не прибежала. А то она же все слышит, как я хожу. Но она не смогла мне помочь, когда я застрял в стене. Она так и не пришла, мне пришлось выбираться самому. Ой, хотя ее помощь была нужна очень сильно. Пойдемте откручивать. Интересно, что лежит там? Наверное, тоже какой-нибудь ключ. Вообще здесь очень много ключей раскидано по ее дому. Только ходи и ищи. Да, точно, ключ от сейфа? Опять? Снова ключ от сейфа? Ну ладно. Посмотрим, что в этот раз лежит в сейфе. Он вот здесь вот неподалеку. Главное в этом коридорчике не вставать, а то я в прошлый раз встал и провалился. Ох, бабуля, как же сильно ты любишь Барби, я не представляю. Ну, Барби и Кока-Колу, да. Барби и Кока-Колу, вон. Сколько развита Кока-Колы. Так, в этот раз в сейфе... О, ключик от домика! От игрушечного домика во дворе. Угу. Интересно, а что в этом домике? Бабулька, уйди! Ага, вот и ты! Сейчас я тебя поймаю! Да хватит меня уже ловить, бабулька, сколько можно! Фух, кажется, убежал. Ой, что тут? Барби! По телеку показывают Барби! Ну, конечно, а что еще могли показывать по телевизору у бабки дома? Она везде развешала Барби и в картинах! Ой, вот она идет, смотрите! Она меня видит. Куда сбежал этот несносный мальчишка? Ох, попадись он мне. Ну вот в следующий раз, когда я его найду, я точно как дам ему по голове. Блин, бабуля, почему ты такая злая? Я ведь тебя не хотел пить. Я вообще просто хочу выбраться из твоего дома. Зачем ты такая злая? Так, знаете, вот там двор надо пробежать. Ой-ой-ой, бабуля,
Нет, мы танцуем вокруг стола. Это что, реально танцы? Бабуля, зажигай! Сегодня в белом танце кружимся. Наверное, мы с тобой подружимся. Стоп, бабуля такое уже не слушает. Вот давай вот так. Кадиллак, Кадиллак, это новый Кадиллак. Делать деньги. Ха-ха-ха, обманул бабульку и сбежал. Ха-ха-ха, покопил. Ой, а где я потерял ключик от домика? О, нет. Бабулька. Ладно, бабуля, продолжаем, давай. Кадиллак, делать деньги. Вот так. Бабулька, ну хватит за мной бегать. Очень плохая песня. Мне она тоже не нравится. Ну что ж тебе все не нравится, да, бабуля? Давай я тебе песенку про Барби спою, хотя я не знаю, у них есть песни или нет. Ой, пока что, ладно, я еще снова ее обманул. Так, где-то здесь я вернул ключик, да, домик, ключик от домика. Проходим. Бабуля, а ты где? Ты что, не пришла за мной? Бабуля, ты все еще во дворе там? Что она делает? Давайте посмотрим, что она делает. Что-то в туалет приспичило. Фу, как здесь воняет теперь. Надо уйти уже отсюда. О нет, бабулька идет в туалет. Надо спрятаться на чердаке. Так, я спускаюсь с чердака. Бабулька, вон она. Ой, кажется, опоздала. Ой, а теперь хочу попискать. Фу, бабуля, ну и ну. Какая же ты вонючая. Давай, иди уже быстрее в туалет свой. Так, а куда это я шла? Что-то с памятью стало. Ой. Эта Барби-бабка такая медленная. Я думаю, я смогу пробежать вот в ту дверь, которая впереди меня закрытая. И бабулька выбежит за мной, и я ее обману. Выбегу из другой двери. Да, наверное, стоит попробовать. Ой-ой-ой, она стала быстро, бежи, быстрее, ну открывайся. Вот я тебя и поймала, милый мой. Ты моя конфетка, сладенькая конфетка. Сколы тебя попью. Ай, нет, я не конфетка, не ешь меня. Ужас. Хорошо, что игра закончилась, ребята. Ой, в этот раз мы не смогли сбежать от бабульки. Она была такая странная. Ай, вы это видели, да? Ее ремонт, ее косметика, ее платье. Это что вообще такое было? Я не понимаю. Ладно. Но если вам понравилось мое видео, и вы хотите еще больше моих видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, и я выпущу тогда новое видео. Но если не будет комментариев и не будет лайков, нового видео не выйдет. В общем, всем спасибо за просмотр, всем пока!